общем, вот там в кустиках еще один мелькал. Вроде показалось рогатый. Сейчас буду пробовать подходить. Начинает, видимо, только-только выходить пастись. Это я на 4 часа раньше уехал положенного. Это вот так вот. Не знаю, как слышно. Ветер дует. Но ничего поделать не могу. Главное не звук, главное кадры. Вот иду дальше. Сегодня день полон трофеев. 4 отростка. Второй рог не вижу пока. Сейчас буду пробовать подкрадываться. Не знаю, ко мне, не ко мне сейчас выйдет. Вот такие тоже красавицы. В общем, идет он от меня уже, метров, ну, поди около 100 уже отошел. Вот так вот, вот так вот, вот. Не зря я сегодня выехал в угодья. Очень хорошие кадры. Ну, следующих, наверное, теперь довольно долго не будет. Так как надо копать металл. Металл. Теперь все силы бросаем с Александром на коп металла. Сейчас я примерно ехал, что-то считал. Про того козла думал, предыдущего. Что у меня около 40 попыток есть. Ну и про этого тоже я думаю. Попыток столько же. Ну а пока он пошел, пусть идет. Вот так вот, вот. Что будет интересное. Еще включусь. Вот радуга. Он плохо видно. Ну, в общем, радуга. Ну ладно, едем мы дальше. Еще у нас одно место. Перспективное надо проверить, где тоже зверь может быть неплохой. Ну, а этот лег, а нет, не лег, и дальше идет. Поле перешел. Я думаю, кстати, еще хотел что сказать-то сейчас. Еще одного рогатого видел. Там вроде как 3 отростка у него было, но сам по себе здоровый. Увидел, что заходит в кусты. Тоже тормознул ворона. Только-только привязал, выхожу, коза бежит. Поперек мне, и за ней козел. И козел бежал целенаправленно, в общем, за козой. Что-то у них уже любовь, видимо, первые признаки начинаются, хотя рано. Я еще месяц бы ждал, подождал бы около месяца, думал. Вот так вот, вот видео снова затягивается разговорами и рассуждениями. Я вас уже утомил, наверное. Да, ворон? Ох ты, молодец. Ладно, едем мы дальше. Александр, давай, вот я тебя снимаю. Давай, Александр нашел золото, сказал. Сорвал меня с копа монет. Я там монеты копаю, он меня сорвал. Вот оно, золото.
Золото, да? Черное. Черное золото. Как его на металлоискатель вообще сработал, я не знаю. Я споткнулся. А, запнулся. Я думаю, что это ивонная штуковина, она плохо работает. Троса-то нету, так бы машиной дернули. Это ты думаешь барана, да? Ну вот, смотри. Видишь? Понятно, это ладно, вот буду Александру помогать копать. Наверное. Дал ему задание-то сегодня меньше 300 килограмм не выкапывать. Иначе придется ему мини-пига у меня покупать. Домашнего поросенка. Ладно, буду помогать. А это дорога, да, шла? Зацепились с дороги за что-то. Александр, помаши ручкой. Закончи. Я устал. Устал, да? Устал. Я тоже устал. Тяжелое это дело, золото копать. Вот так вот мы копнули с Александром сегодня. Потихоньку, но набралось, да? Но... А изначально энтузиазм у меня уже заканчивался. Я думал, мясо молоть мясорубкой долго мне радости больше доставляет, чем железо потихоньку копать. Может, и кресло сюда влезет? Или не влезет? Да я лучше на руки. Правильно, а то порвешь. Ну, порвется. Вот так вот сейчас поедем домой. Машина у нас даже подсела. План у нас был. Мечтали мы 300 килограмм, я Александру задание давал копать. Иначе я его домой не повезу. Он сказал, хватит. Да? Да. 300 здесь будет. Ну вот так вот, в общем, у нас очередной день черного золота. А, я еще две монетки нашел. 56-го вроде года. И 71-го. 2,3 копейки. Специально мой аппарат снизу положил, да? Почему? Ну, чтобы по нему все железо брякало. Да ты тряпку-то спрятал, конечно. Важный звонок, ладно.